Всем привет, меня зовут Настя. Всем привет, меня зовут Мадина. Здравствуйте, меня зовут Сагдиана. У меня направление SMM, и я его выбрала, потому что в данный момент все очень сильно цифровизируется, и многие бизнесы уходят в сеть, и этим нужно как-то научиться управлять и двигаться в ногу со временем. Мне кажется, это самая популярная тема. И я решила научиться этому профессионально. До записи на курсы у меня был нулевой уровень. Zero, вот прям вообще ноль. Вообще. Так, что могу сказать о своем преподавателе? Ее зовут Ольга, и она невероятно позитивный и милый человек. И все наши уроки проходили в очень такой добродушной, позитивной атмосфере, что очень способствует усвоению информации. Прекрасный человек, прекрасный педагог. Она была нафигенская, честно. Она веселая, харизматичная, она классная. Самое запоминающее это было то, что мы, если опаздываем, мы приседаем. Мы приседали на уроках, но это тоже плюс, потому что у нас теперь у всех подкачанные попы. По приходу сюда, мне кажется, что я выпускаюсь дипломированным специалистом именно в области SMM. И здесь очень такая, знаете, яркая, красочная атмосфера, которая всегда нас радовала. Ну, многие темы для меня были прям, вау, так тоже можно было? Я не ожидала, что информация для меня откроется в каком-то новом виде. Поэтому сейчас я на пороге в новый цифровой мир. Ну, по-любому SMM. Надо теперь попробовать все, что выучила, все, что обучилась, надо теперь практиковать. Да, обучение очень понравилось. От А до Я нам объяснили, проживали, мы просто проглотили. В SMM-плане я думаю, что буду продвигаться дальше. Так, почему я выбрала ProWeb? Потому что я много о нем слышала, многие мои знакомые здесь занимались. Я слышала о том, что есть просто невероятно крутые учителя, что есть прекрасная атмосфера. Так что записывайтесь в ProWeb, здесь весело.